Вот мы в комнате Никиты, мы ремонт такой сделали, вот такое красивое панно ему купили. Расскажи про панно что-нибудь, Никит. Эта машина называется Ford Mustang GTR. GTR? Да. Угу. А с чего же это панно сделано? Из бумаги, конечно. Ну как же из бумаги? Видишь, какие здесь такие разводы какие-то интересные. Вот он. Это как кожа выглядит. Бабушка, да. Тут максимальная скорость 5 километров в час. Да ты что? Очень красиво. Смотри, как днем. Вот вечером не так красиво смотрелось. Ага. А днем очень красиво. Смотрится с переливами такими. Очень красиво. Включай, Никит. Пускай дедушка позавидует. Какая красавица у тебя люстра. Красиво. Необычная такая. Бабушка, хотя дедушке скажи, что потом прислала. Вот это люстра. Сейчас включим свет. Как он будет? Ну, вечером, конечно, она будет красивее смотреться. Это понятно. Диоды будут гореть вечером. Вот такая итальянская люстра. Она тяжелая, вот эти шарики тяжелые. И диодные подсветочки. Красавица. Смотрится очень хорошо.